Телевизионное агентство недвижимости «ТВ-дом» представляет рубрику «Горячая семерка. Лучшие предложения недели». Седьмое место. Продам двухэтажный таунхаус в новом жилом комплексе на Фонтане. Площадь 70 квадратных метров. Три комнаты, большая терраса, автономное отопление, зона барбекю, охраняемая территория. Рядом море. Цена 60 тысяч. Шестое место. Продам дом на улице маршала Малиновского. Хорошее состояние, два вида отопления. Ухоженный участок, свой двор, гараж. Цена 37 тысяч. Пятое место. Продам дом в Усатово. Площадь 100 квадратных метров. Три раздельные комнаты, большая кухня, мебель, техника, АГВ. Участок 3 сотки, двор выложен плиткой. Цена 33 тысячи. Четвертое место. Продам дом на Таирова. Евроремонт, мебель, техника, автономное отопление. Красивый двор, место для машины. Цена 32 тысячи. Третье место. Продам двухэтажный дом в центре Слободки. Евроремонт, кухня-студия 20 квадратных метров, встроенная мебель, техника, АГВ. Цена 30 тысяч. Второе место. Продам двухэтажную дачу в Савиньоне. Ремонт, просторная кухня-студия, встроенная мебель, техника, свой двор, панорамный вид на море. Цена 25 тысяч. Первое место. Продам дом на поселке Котовского. Ремонт, участок 4 сотки земли. Цена 25 тысяч. Горячая семерка. Лучшее предложение недели.